это будет наше лучшее творение. Но вы должны нам помочь. Я готов к работе. Выбирай, пацан. Забыли чего?
все равно пора сделать перерыв. Надо понять, какую дверь открывает ключ. Наверняка это где-то в храме. Этим ключом мы можем открыть ту большую дверь. Идем посмотрим. Мимир, почему Тюр чувствовал свою вину за то, что Один сделал с великанами? Однажды, вскоре после создания Мьёльнира, Тюр устроил дипломатическую встречу Одина и королей великанов. Долгая война только началась, многие верили в победу, а йотуны могли повлиять на баланс между асами и ванами. Один убедил Тюра, что молот будет служить лишь для гарантии соблюдения мира в ходе переговоров. Тюр надеялся убедить все стороны, что мир выгоден всем. Он знал, что великанов очень беспокоит молот, великое оружие в ненадежных руках, но они верили Тюру. Тюр всегда верил в лучшее. В благие намерения Одина он тоже поверил и привел короля воронов в Йотунхейм. Дальше события развивались стремительно. Великаны раскрыли хитрость Одина и его истинное желание – завладеть их тайными знаниями. С помощью магии они изгнали Одина из своего мира навсегда. Разгневанный Один выместил зло на великанах Мидгарда. Тор обрушил Мьёльнир на каждого великана, которого смог найти. В бойне, что он учинил, не выжил никто. Наконец, Тюр помог великанам спрятаться. Башня исчезла, в Мидгарде больше не найти великанов, и с тех пор ни люди, ни боги не могут попасть в Йотунхейм. Готово!
Я рад, что Брок и Синдри все же сумели поладить. Теперь они раздражают еще больше. Зато как приятно видеть, что они доверяют друг другу. Мимир, почему ты служил Одину, если он так ужасен? Так ради карьеры же! Хочешь состояться как советник короля, приходится иметь дело со всякими психами. А что делать? Хороших мест мало? Хватит. Никаких историй в пути. Надо за дорогой следить. Я его понимаю. Я потом закончу. Это будет наше лучшее творение, но вы должны нам помочь. Что же там еще было? А, моя первая работа. Мой первый хозяин был жесток, но с ним я научился прибегать к силе ума, что помогло мне потом на службе у королей и богов. Я был чуть старше тебя, мальчиком на побегушках и придворным шутом короля-фей. По ночам мы с друзьями веселились в лесу.
Нас звали проказниками и озорными духами леса. Чего мы только не творили. Дурили встречных людей. И пока нашего хозяина веселили эти проказы, нам все сходило с рук. Но однажды ему надоело, и я понял, что мне пора. К счастью, годы превратили меня из веселого проходимца в образец добродетели, который ты сегодня, собственно, видишь перед собой. Еще имя. Хильд. Кто-то сделал это, потому что любил валькирий. Кто же? Может, королева? Дракон Бальдра, да? Да. И ты его убил, чтобы спасти меня? Настоящий подвиг. Я иду к тебе!
сзади! Наконец-то! Еще имя! Бум! А зачем волшебные руны? Может, мы должны найти что-то в Муспельхейме и Нифльхейме? Осторожно!
ты оказался в этих краях? В жизни каждого бывает момент, когда он меняет имя и идет на север, чтобы начать все заново. Если прожить достаточно долго, можно уйти очень далеко на север и оказаться здесь. К моменту нашего знакомства я уже знал о репутации Одина и решил сразу продемонстрировать ему то, что он точно оценит. Таинственный колодец знаний. То есть обычный колодец и хорошую порцию таинственных грибов, чтобы Бог увидел все, что надо. Он был очень впечатлен. Не знаю, что он такое увидел, раз попытался вырвать себе глаза, но я успел помешать ему это проделать. Позже я убедил его, что это была его жертва ради обретения высшей формы видения, ну и все такое прочее. И я думал, что он поверил. Но потом он забрал глаз у меня, и я понял, что его не проведешь. Он знал, что я его обхитрил, счел это уроком и взял меня на работу, чтобы я был на его стороне. И долгое время так и было. Но он все равно затаил на меня злобу. Заблудились? Нет. Я не понимаю, почему ты решил служить Одину? Тогда я был молод, имел амбиции. Асы обладали невиданной силой, но им явно не хватало стратегии, собранности и мудрого совета. Знаешь что? Я попозже расскажу.
Приготовься! Тиоста! Следи за ними! Отец, нет! Кажется, я говорил, что асам хватало сил, но не хватало стратегии. И все это я мог им обеспечить. Итак, бродяга из далекой глуши оказался советником Одина, которому тот доверял чуть ли не как себе. И такая власть, парень, надо признать, дает свои преимущества. В другой раз продолжим. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Сын. Тут сказано: слава Мацагниру, королю гному, да будет его правление долгим, успешным и мирным. Добро пожаловать в Конунсгард. Хочу убедиться, что вы подготовились. После развлечений безумного короля там осталось много разных мерзостей. Каких еще забав? Ну, разные. Жертвоприношения, чары, магия крови. Раньше у гномов это было сплошь и рядом. От старых привычек трудно отказаться. С чего бы начать? Ведь было что-то еще. Ого! Смотри, еще дракон. Я все вижу. На цепи. Надеюсь, мы найдем алтарь Яков.
Замок огромный. А вы двое грозная сила. Враги. Жду команды. Это я почувствовал. Береги, отец! Ты замедлился. Oh!
Отец, это интересно. Король-гном поймал несколько драконов. Наверняка они были нужны для легендарной брони. Интересная мысль. И разумная. Почти все части драконов полезны и наполнены силой. Зубы, чешуя, даже экскременты. Чего-чего? А, дерьмо. Магия в драконьем дерьме? Да. Очень мощная. Говорю, с тобой весело. Да, я сам понял. Это легко. Смотри, еще дракон. Я все вижу. На цепи. Надеюсь, мы найдем алтарь Яков. Он огромный. Интересная мысль. И разумная. Почти все части драконов полезны и наполнены силой. Зубы, чешуя, даже экскременты. Чего-чего? А, дерьмо. Магия в драконе дерьме? Да. Очень мощная. В голове с тобой весело. Да, я сам понял. Лежать!
Ничего себе тут вход. Материалы для легендарной брони наверняка особенные. Надеюсь, легендарные доспехи стоят этих усилий. Если уж Брок и Синдри взялись за это вместе, наверняка дело стоящее. Хоть им-то ты веришь? Атрей, тебе я верю. Легенде нет. А! Приготовься!